Так, всем привет, с вами Фараон, игра Assassin's Creed, истоки прохождения игры, продолжение прохождения игры. Игра, прохождение игры в стримовом режиме, стрим по игре. Так, что там из заданий? Да хранит тебя ОМОН. Так, когда соберитесь, покиньте силы, поговорите с ПВО. Сейчас. Так. Ух ты. Интересно. Так, какое бы задание такое выбрать, чтобы... Так, Чензира прячется в гробнице. Надо ее найти. Он прячется в гробнице под горой, получается. Так, это свои люди. Я, кажется, здесь... А, нет, не был. Так. Так по тебе скучал, сынок. Так, ну это как бы напоминание. Чистый потолок. Анг. Это Анг. Так, дальше идем.
Дальше иду что? Так, какая-то пещера, что ли? Это будет получше сейчас сжечь. Сколько всего случилось?
Так, непонятно, где-то гробница под горой, не пойму. Так, здесь. Ух ты. Не все так просто, да? Так, это кто? Так, ну как бы удаляюсь я, но сейчас. Thank you.
так. Раз сюда, не знаю, значит что-то здесь. Что-то, может, пропустил. Оно как все бывает. Так, что это за сосуды? Вот это все. Так. Хорошо. Бери факел. Так, идем дальше. Подзасветим здесь все это. Ух ты. Чинзира, жди там. Я сейчас приду. Ай, это ты! Ты вернулся! И как он туда забрался? Так, некоторые объекты можно двигать. Это только сосуды. Что у них? Отличное движение. Зачем? Ха, булава. Так, хорошо, друзья. Чинзира, все хорошо? Неужели ты вернулся? Что ты там делаешь? Я прячусь от гиен. Финоку мне все рассказал. Мало того, что ты себя не бережешь. Хочешь, чтобы и брат пострадал? Но теперь Хему нет. Ладно, я понял. Пора выбираться. Ой, смотри, что это? Какие-то надписи. Очень старые. Когда-нибудь
Я научусь их читать. Откуда ты пришел? Оттуда. Но там сейчас гиены. Байк, я хотел сказать, что... Что такое, Чеси? Хему умер из-за меня. Они... Эти надписи времен Старого Царства. Хему умер из-за меня. Они спросили, где вы, и... Мне казалось, что если сказать им, ничего не случится. Чинзира, перестань. Ты не мог знать, что они задумали. На твоем месте любой поступил бы так же. Ну да. Так, интересно, масса здесь всего, конечно, сделано. Так, это я, кажется, читал. Так, всякие свитки. Целая история. Будь рядом. А вот этот как раз выход. Гиена. Ясно. Чинзира, спрячься. Они еще здесь. Наверное, пригодится шкура гиены, да? Убежище. А можно задать тебе вопрос? Конечно. Давай. А я смог бы стать Ниджаем, как ты? Так. Для этого ты должен заботиться о брате и не затевать опасные игры. Обещаю. Беги домой. Отлично.
Так, четко картинка, конечно. Так, чатик оживился. Хоп. Ладно. Какие цели-то у нас здесь? Ух ты, ясно. Так. Это нет. Нести больше стрел нужно. Угу. Так. Способности пока что можно открыть. Так, можно время менять. Так, если изменить время, то меняется ход игры, наверное. Скорее всего. Получается, время суток, ночь. Так, я вот не пойму, где верблюд. Куда он делся вообще? Ага, появился, вот он. Давай. Так, следовать к дороге. Сам пойдет сейчас. Так, ну прежде всего задача. Задача дохранить тебя, ОМОН. Ладно. Так, ладно. Сейчас. Но. Это что здесь такое? Так, когда соберетесь, покинуть Сиву, поговорите с Хапсловой. Ясно. Может, еще какие-то задания здесь будут. Спешиться. А можно, конечно, и спешиться. Так, это у нас здесь кто? Появились новые товары Байк. Взгляни. Так. Так и быть, заберу. Так, это парные мечи, клинки. Хорошо, друг мой. Так, пускай так будет, да? Руби кромсай. Thank you.
Отличный выбор, мой друг. До встречи, друг. Так будет. Кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона, его приказы нужно соблюдать неукоснительно. Так, что ж на карте здесь? Так. Лагерь. Что там за сокровище? Эй, ты! Стой! Меня не должны здесь заметить. Что? На куски! Держимся вместе! Я! Отвлеките противника! Я прорвусь! Но уж нет. Тебе конец. Ах.
спаси! Байк, что ты тут делаешь? Есть еще четверо. Сможешь узнать, что с ним? Я найду их. Спрячься здесь, а потом беги. Вот ты где! Конец. Я за подмогой! Понятно, нужна тишина, как получается. Так, цель как бы найдена. Так, то он идет сюда, видимо. Спрятался где-то. Молодец. Нельзя нас так запирать. Так, там кто-то еще. Ты что, лук не можешь выбросить, что ли? Эй, что? Вот ты где! Я его убью! Штурм какой-то получился. Промазал. Так, а тебе нужно подальше. Ты юрки такие. Удар. Молодец. Так, это я уже как бы прочел. Что-то.
нормально, сам себе. Стрелочник, лучник. И говорит, будь начеку, брат, говорит. Приготовились. Так, ну что-то я кто-то особо не вижу. Так, 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 так. Оп. Оп. А, они следом. Ну что, интересно будет с ними. Что? Давай. Что-то несгораемые какие-то, я смотрю. Должны сгореть как-то. Что-то так получается, почему? Да ладно. Ух ты. Да. Сейчас я вам здесь наведу тревогу. Мразь, далеко не уйдешь. Ага. Давай. Кинжальчики неплохо, да? Так. И... хоп. Стрелки, видимо. Так, все фанаты игры говорят. Ну... сокровищу как бы ближе, но здесь еще есть какие-то пленники. Я так понял. Вон. Вот. Вот. Осторожней, говорит. Ты не пройдешь! Рыса, ты, да? Не пранен. Ох. Блин. И хоп. Куда-куда? За сокровищем, куда же еще? Так, храм Амона. Четко, тут все. Так, хоп. Спрятался. Вместе мы силы, говорит. Сдохни, тварь! А вот и я. Так, кенжики эти нужно взять. А. Отлично.
захватывает все это дело, конечно. Сейчас будем их. Что ты? Даже обгоревший такой. Уф. Вот странно, не всех обыскивает. Обыскивает, но не всех, кстати. Так, управлять можно коником. Ну да не суть, в принципе. Коник как бы. Так, ну я вижу, тут еще один там какой-то друг. Так, так, кто там еще? Мимо вас никто не пройдет, говорит. Это такие. Стой! Стоять! Стою. Стою, стою. Зараза! Стою, 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 стою. Так, нести мы его не будем. Я его не буду трогать вообще. По сути своей. Так, дальше. Ха-ха. Дальше ха-ха. Ну, друзья, вот, а вот и я. Байк, это правда ты? Слава богам! Это просто безумие! Спрячься, а когда будет возможность, убегай. Так, тут еще сокровища. Может, еще что-то найдется. Да, куда ж там без вас? Нет, конец. Дерьмо! Здесь враг! Та, комбо. Удары. Так, вызвать сену. Давай вызовем сену. Что? Ага. В заключении тут что? Смотрят масса всего. Я как бы уже готов. Сколько раз здесь вообще будет? Я какой-то жесткий попался, ну тебе слушай. Почти меня. Вижу врага.
Куда, куда? Давай. Так. Все вопросы к тому, что он должен жить. А я куда-то забрел. Ого-го-го. Сейчас. Что-то бег какой-то получился. Сейчас я их. О. Затихли немного. Убью. Так, ну я понял суть. Я свой. Эй, сара. Так, уходим отсюда. Сокровища как бы забрали, да? Да что ж ты, блин. Сигнал еще зажали, зажгли, так сказать, зажали. Да он и так уже все добитый. Недобитый. Давай. Так, ну как-то надо отсидеться. Собственно говоря, что мне нужно было. А теперь что? Тебя с лука. Куда ты? Так, ну это уже получше. Во всяком случае, живой. Так, во всяком случае, живой остался. Храм Амона. Еще сокровища надо забрать одно. Хорошо.
Это уже лучше. Копье даже. Кто? Он скопиист. С копьем идет чуть-чуть. Ага, вот он. Так. Где-то еще сокровище должно быть. Сколько навыков можно вообще открыть? Эй! Я здесь. Что ты? На куски порву. Ладно. Ладно, да. Да-да-да. Нет, подписка хорошо. Спасибо за такое это. Ты не ранен? Избит как пес. Но идти могу. Затаись, а потом убегай. Затаись, говорит ему. Затаись. 4 из 5 еще где-то есть. Так, где-то еще кто? Кто-то. Эй, кто? Быстро обыскивать так круто. Раз, обыскал. Так. Угу. Собственно говоря, что ищем мы здесь? Так, вот заключение. Сокровище я не понял. Здесь же? Да, супер игра. Так, я понял. Все. Сейчас еще одного нужно спасти. Чудика. Естественно, стрелы нужны. Так? Что я должен вам сказать? Я ничего не знаю. Так. Я ничего не знаю. Клиночек. Нет, нести я его не буду. Я просто не понял. Сверху. Я ничего не знаю. Так. Запрятали. Да, фараон. Фараон Ник. Ник такой. Бай, это ты? Спаси меня отсюда. Слава Амону, что ты здесь, Бай.
Спрячься тут. Хвала Омону. Это все. Так, пленники, задание выполнено. Так, как же прыжки делать сверху? Прям как бабуин. Действительно. Бабуин. Так, монетки. Монетки нужны. Умри. Кишки в нём ещё. Так, остался сокровищ. Остался сокровищ. Что? Смотри, не промахнись, безумец. Стараюсь. Мы стреляли. Кто стрелял? Мы стрелял. Стой уже. Попал. Вот ты где. Эй, ко мне, братья. Что ты? Так, донат. Отдельная история. Не убежит. Не убежит. А куда бежать-то? Да-да-да. Ладно. Снаряжением понятно, способности. Опыт за выстрел в голову. Так, я смотрю, видимо, еще где-то сокровище, да? Интересно, прыгает он в воду или нет? Ха. Прыгнул. Так, ладно, выходи. Смотрю, там можно и охотиться. Ну, шкура нужна вообще-то. Что это было? Thank you.
вот в эту сторону. Ты какие злючие. Так, это что такое? Кто такие? Шкуру для чего-то пригодится. Бандиты. Бандиты. Как они смеют осквернять это место? Да. Так, а где сокровище-то? Что? Ух ты. Собрать сокровище. Так, халма. Халма. Затаился. Надо было тебе бежать. Убью. Что-то какой-то ты живучий друг. Тут не договаривались. Интересно, почти все прошло это. Так, этот поймал меня. Сейчас его. Буду его ловить. Правда, у него уровень. Хотя... Ну что, заставка, вот видишь как. Пауза такая. Ассасин почему не тот? Ассасин тот, который нужен. Почему не тот? Игре, наверное, больше 10 серий игр там. Хотя, тупо могу сказать, смотря кому тот, кому не тот. Заставка тупо. Да, тупо. Так, ладно. Это вот нужно его. Попробовать его таким образом затырить. Что себе? Жесткий дед. Ладно.
пойдем дальше. Сокровища забрал, забрал, так. Так, 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 так. Снаряжение, что у меня здесь? Вот это, та. Разблокируйте при получении навыка арсенал. Способности, наверное. У меня очки, очков способности нет почему-то. Так. На стриме музыкант был. Ушел. Так, что у нас на карте? Здесь сокровища было. Это быстрое перемещение. Лагерь. Храм Амона. А храм Амона, получается, надо было еще. Надо было там еще сокровище пропустил, наверное. Так, где этот храм Амона? Так, это здесь что ли? Ладно. Подловим сейчас тебя. Подловим. Дожили, безумцы на улицах. Так, вы мне как-то бы и не интересны. Где там это сокровище? Как я его пропустил? Нумас, Нумас, фараон, Нумас. Наш баек. Да. Замотали меня здесь со всем своими солдатами. Да, всем привет. Всем привет. Прыгай, не вижу. Так, пройти параллельно с вами. Блин, их опять тут наставили сколько. Я не понимаю, только же вас выстреливал. Еще один. Кто же умный? Ну, то же самое. Уходим. Тащить это сокровище, да и все. Где оно есть, кстати? Подстрелю. Я его вижу. Начинается. Так, где-то ли подо мной? Что-то как вылазка какая-то получилась. Вылазка. Самая настоящая.
все-таки. Выдыхаешься, говорит. Так, ладно, что надо ты? Драться, раз такое дело. На куски порву. Сейчас подстрелю. Я собирал друзей. Я уже рядом. Прыгай куда-нибудь. Ох, и собралась вот здесь. Вот ты где. Вижу врага. Так, надо как-то было тихо, что ли. Да что ж за... Блин. Ясно, короче. Все. Забили до смерти. Так, забили до смерти со своим этим. Начнем с парадного входа. Че ты не бежишь вообще, не понял? Драться собрался с ним. Завис. Так, ладно, все это надоело, честно говоря. Где сокровище? Прыгай. Неба! Нужна ваша помощь!
Второй раз заели. Thank you.
сожрёть. Ва! Снова снил Джириан? Кеку! Глазам своим не верю. Рабия! Баек! Какое счастье снова видеть тебя в силе! Ты выходила мою сену. Не думал, что вновь увижу ее. Она крепче, чем кажется. Как и ты. Баек! Хибзефа сказал, ты лечишь больных, не покладая рук. И я буду рад тебе помочь. Ты очень добр. У тебя чистая Ка. Помощь мне пригодится. Солдаты жестоки. Почти каждый житель избит, ранен или сломлен. Я устроила несчастным дом жизни в заброшенном храме. Друзья шлют помощь из Имау, но солдаты стали обыскивать всех, кто входит в деревню. Мы попытались привезти лекарства на лодке. Но солдаты опять вмешались. Они потопили лодку. Сосуды с мазями теперь покоятся на дне озера. Я их достану. Спасибо, Баек. Принеси их в храм. Я буду ждать тебя там. Один я лекарства не найду. Сено поможет. Так, ну что ж, продолжать. Надо найти лекарство. Так, где это, где это? Так. Задание. Лекарь. Способности 0. Па-па-пам-па-па-пам. Кстати, какой-то здесь, я смотрю, сокровище, что ли? Так, ладно, в сторону. В сторону сокровища. Непонятно, хай. Thank you.
Так, нырнуть, говорит. Thank you.
Ахмеру. Надо отдать это Рабии. В чем дело? Почему больные не в святилище? Солдаты выгнали нас. Хоть я и выплачиваю на Марху ренту за храм, солдаты все равно забирают у нас еду и лекарства. Каждый раз те же люди. Говорят, что это дань. Налог в пользу армии Птолемея. В итоге мы не можем оказать помощь всем нуждающимся. Нелюди. Не беспокойся. Клянусь, солдаты вас больше не тронут. Береги себя, Баек. Так, пойдем на солдат сейчас. Принести сосуды, убейте солдат, разграбляющих дом жизни. Лекарь. Это как бы дополнительное задание, чтобы было понятно, что... Так, 100 метров всего лишь. Открыта новая область. Старая храмовая лечебница. Увидят, сразу накинутся. Понятно. Область уничтожения, ясно. Опять не найдем ничего ценного. Прыгаем. Блин, давай.
упал. Ну это. Так, изи, шмизи. Хоп. Хоп. Ладно. Убейте солдат. Кстати, здесь сокровища. Как-то что-то не очень совсем их видно, солдат. Опять не найдем ничего ценного. Да какие же это игры? Помогите мне! Область уничтожения, вот этот храм. Так, не все. Все. Бах. Хах. Так. Баек! Ты справился. Теперь этот храм ваш. Солдаты сюда больше не придут. Не знаю, как тебя благодарить. Да. Чуть не забыл отдать тебе лекарство с затонувшей лодки. Волновалась, что сама о них забыла. Людям Сивы с тобой очень повезло, Рабия. Прошу, обещай, что не дашь мести поглотить тебя, Баек. Таково мое бремя. Милостью Амона, я должен закончить это дело. Ча!
Сын мой, ты стремился к звездам. Круги камней — это места богов на небе. А твой дед, как ты сказал, они показывают наше место в мире. Я найду все круги камней, сфинкса и пирамиды тоже, и свое место в мире. И ты найдешь их. Папа, почему в Египте так много бедных? А здесь уже бедные? Так, логово стервятника. Логово стервятника. Убить животное. Убить животное, да? Кстати, тут еще нужно круги найти. Но это уже... Сфинкс.
никак не прыгать. Так, подкрасться надо или что? Зверолов охотник. Вроде бы как бы ранен был. Thank you.
Стой! Эй! Тебе здесь не рады! Thank you.
Thank you.
Так. Обещание байка. Необладительное задание случайно встречается с тестным кругом. Так, где же это все? Найдите круги в Египте. Интересно. А где их искать? Где их искать, интересно? Верблюд что-то там застрял. Очень интересно, это задача такая. Обскакать карту эту, что ли? Стоп. Так, здесь что-то есть. Стрелы. Неплохо. Топоры всякие, но я им не очень. Пустыни в основном. Там, кстати, их 12 точек. Так. Может, нужно купить карту какую-нибудь. Так, найдите круг огней в Египте. Поднимается ветер и песок. Отлично. Это все понятно, но где? Угу. Карта закрылась. Молодец. Молодец. Так, ну это можно бесконечно здесь прыгать. Что-то видения какие-то, что ли?
ветер. Грядет буря. Ты кто? Сдохни, тварь! Он мой! Так, ничего здесь не нашел. Куда можно переместиться поближе? По краю пустыни. Сейчас посмотрим. Так, надо найти торговца. С дороги! С дороги! Я сказал про челу! Смотрите, кто к нам вернулся! Разойдись! С дороги! С дороги! Они сидят! Добро пожаловать. Чем я могу помочь? Что тебе можно купить? Ясно. До встречи. До встречи. Улучшить может что-нибудь. Так, нужно средство. Кто? Вещица отменного качества. Хотя бы на фер.
Ты находишь интересные вещи. Беру. Так и быть, заберу. Беру. Хорошо, друг мой. Ты находишь интересные вещи. Скажи, помогу, чем смогу. Здравствуй, брат. Шем эненису. Хэм хотеб нефер уэрэт. Генеч хэрэк. Хэнэ мэс нефер. Всегда рад тебя видеть. Янусэн. My position, Gere. Ah, no, Miss Neil Jediang. Будет с каждым, кто ослушается воли Медуна Мона. Жреца. Чем фараона. Я могу тебе помочь? Его приказы нужно соблюдать неукоснительно. Ага, уэдж. Ранебет аф. Прода. Харифичу. Домами, детьми и жизнями вы всецело обязаны фараону. Птолемею Филопатору, правителю Египта. Ваш священный долг платить налог фараону. Ваш священный долг во всем его подчиняться. А иначе вы нарушите волю богов. Указом фараона все жители Сивы обязаны сообщать о известной им сведения о храме Амона и связанных с ним секретах. Жители Сивы. Так будет с каждым, кто ослушается воли Медуна Мона, жреца фараона. Храни тебя, Мон. Приказы нужно соблюдать неукоснительно. Мой позишн, Гере. Обязательно проверь, ничего ли не забыл. Ты еще здесь? Я рад. Хочешь зайти к Хему в некрополь, да? Thank you.
Что? Так, что свалился. Почти пришел уже. Повыше нужно его. Что так на скалу залезет? Не туда. Так, надо. Да. О.
Надо еще выше. Ты. Так, как это теперь его надо спустить? Прыгать, наверное, не надо. Подожди. Что-то отсюда не слазит вообще. Свалился. Thank you.
кишки. Дороги! Держите их! Я дам сигнал! Вместе. Так, прошла буря, да? Затихла. Так, ну это пока что все. Всем спасибо и пока.